Hola, Rusia. Привет, Somos Россия. Cesar y... Мы Cesar и Dani. Мы команда Windor из Испании. De España, Ampuria Brava. Мы занимаемся аэродинамическим спортом и приехали на шоу продемонстрировать свой талант и победить. Somos los más rápidos. Мы лидеры международных соревнований в аэродинамической трубе. У нас есть золотая медаль за самую быструю скорость в мире на престижном конкурсе полетов в аэротрубе Wing Games. Нас считают безумными, а наш стиль агрессивным. Мы совершили сенсацию в этом виде спорта. Обычная скорость полета в аэротрубе 180 км в час. Мы же можем летать при скорости за 300. Мы будто наэлектризованы, отталкиваемся от стенок все быстрее и быстрее. Когда мы летаем, то ударяем по стенкам трубы. У нас много молниеносных поворотов и кружений. Мы придумываем новые фигуры, которые можно реализовать в полете. После нас летуны по всему миру повторяют и практикуют эти движения. Конечно, двигаясь с такой скоростью, трудно не столкнуться, осваивая новые трюки. Вот Цезарь как-то сломал мне нос, бьет шлемы постоянно. Но это помогло нам достичь высокого уровня мастерства.